Так, ну что, Даш, мы с тобой снимаем, нет? Да, снимаем. Ты вообще, это нормальная? Хлеб положила? Хлеб положи. Всем привет! И опять с вами Соня и Даша, и мы снимаем сегодня на кухне. Так что вы поняли, что мы можем делать на кухне, малыш? И, в общем, называется это все... Верить ли верить интернету? Ну, а в данном видео мы будем готовить такую, ну, вот картинку ставим. Хлебушек. Вставляю. Как это деньги перебираешь, так. Вот, вкусный хлеб, который картинка сейчас перед вами появилась. И вот будем кулинарить. Вообще, все просто разрезать вроде, положить сыр, зелененький. И все вкусненько, чтобы было хватит жрать уже. Ну, на кухне можно. Хватит уже, Даша. В общем, поехали. Вообще, надо помыть руки. Моем руки. Готовка начинается. По-моему, в общем, сначала перчик. Перец. У нас половина перца и зелень. В общем, моем зелень. Моем перец. Берем, значит, сыр. Нож, супер нож такой стильный. И донышко. Какое донышко? Донышко. Доску. Доску. Там вроде нарисовано под кубочками, кубочками. Донышко, кубочки. Она вам много вчера сказала. Кубочками нарезать, значит, нам надо. Потом разрезать их на тоненькие пластиночки. Но сначала мы нарезаем кубочками. Добро пожаловать на канал Сода. Так, ну вроде пока хватит, допустим. Пока... Оставим только вот так вот. Так, режем перец. Боже, как его резать, ладно, возьмем. Нет, не возьмем. Мы оголодавшие дети пришли из школы. В общем, разрежем вашу палитру голофеза. Так, хорошо. И долечками напилим. Настрогаем. Тоненькими. Вот, отлично. Это пока хватит? Да. И теперь самый ответственный момент, будем делать хлеб. А зелень? Зелень потом не спробуем. Ну ладно. Ромайка, ромайка, хочешь, выбирай. И теперь надо порезать, как будем, кругами или? Давай. Выкрест-накрест лучше. Так вот, мне кажется, легче. Мастера просто. Я так есть хочу. У меня даже ровно порезано получается. А мягкие. Нормально. Еще сыр. Ротик. Случайно. У меня нос в пимке. Чем? Знаешь, как он тяжело режется? Я знаю, да. Ты такой крест сейчас. Может, ножницы? Какими ножницами? Не, реально ножницы, но лучше получше. Ну-то не прорежь. Интернет врет, он соврет. Как красиво нарезано там, как красиво нарезано у нас. Вот так. Та-да-да-да. А теперь будем пихать сыр, который нарезала чудо-творительница Соня, в тот замечательно нарезанный хлебушек, которую превосходно сделала я. Поехали. У нас есть сыр. И вот он будет сейчас вот приблизительно. Это должно выглядеть вот так. Просто впихивать как можно больше и гуще. Гуще! Пихай! Пихай, не сыр! Так, дальше у нас идет перец. Его мы по тому же принципу, что мы записывали сыр, мы его пихаем. Что вы записывали сыр? Запихивали, пихали. Там, правда, нету перца, но мы решили тоже добавить его как авторскую идею. Вот так. Мы пихаем. И следующий наш штрих, как мы уже помыли зелень, ее теперь просто... Я буду рвать, ребят. Мы эту зелень. Если сравнить, что на картинке получилось, чего надо? Чего? Ярко, светофор. Светофор! Неплохо, мне нравится. Вижу. В общем, такая прелестность пока получается на данный момент. Нам надо сейчас это все разогреть. В микроволновке. В микроволновке. Короче, мы должны положить его в микроволновку. Открываем, вот он наш пирог, супер пирог из хлеба. Да. Ставим, мы подумали, что поставить надо на 2 минуты. Соня. А вообще говорят, в Японии, когда они же закрывают что-то в микроволновке, они уходят с кухни. Интересно, правда? И типа это очень вредно. Как ты мать за себя? Фух, опасность миновала. Та-та-та-р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 а
пора. Вот такая прелесть. Этим все гулять, но вкусно помню, как есть. Есть. Но для начала нам нужно... Взяла руки, отряхнула. Для начала нужно квас. О, там что-то напил вообще похоже. Квасенок. Какой квасенок? Самый квасенок. Кваснем. Махнем по полной. И с нами станет чья-то развратная, чья-то примерная дочь. Садитесь жрать. Ну вот, у нас он готов. Пожалуйста. А как рез? Давай, ну так же режь, как они. Нет, так нельзя. Как приступиться к нему? Ну так просто пола разрежь нас с тобой. А в половине самое больше всего напихано. Мне кажется, надо просто разорвать. Хотя он такой горячий. Мастер, сейчас вообще все разолью. Да, ты прав. Вот просто рвать и жрать, наверное. Рвать и жрать. А, пожрем. Вкуснятина. Хочу перчик. Блин, он что-то так сложно рвется. Да. Подождите, жрать, это меня подожди. Честное слово. Да. Ага, вот ты вот не жизнишься. Ой, тут все так раздельно, тут так расположите к ним фирме. За вас. Обычный хлеб. Сыр. Ну, сделал неплохо. И знаете, это закуска для самых ленивых. Вот что не даешь, ну вот просто вообще. Ну, короче, если вам делать нечего, то сделайте эту фигню. Мы пролезли эту картинку на себе. Любите и будьте любимыми. Ну, я же пройду. За нас, за кулинаров! Пока. Всем привет. Всем привет. Это видео в честь 1000 подписчиков. 1000 подписчиков. Это очень знаменательное событие, дата. И в честь этого, замечательного числа у нас мини-конкурс с двумя призами от интернет-магазина. Вы в ВКонтакте и ссылка на экране. Призы. Это первый подарок от Ассенсора. Я вообще, мне надо помыть руки. Моем руки. Почему я все руки вот просто так? Надо блин! Вода! Много зелени! Ты выйдешь за меня замуж. А потом разрезать их то на то. А потом вот так вот. Кубочки. 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 А теперь мы будем пихать вот этот замечательный сырочек. То замечательную нарезанную булочку.